Приветствую всех на канале Gorillaz Channel. Сегодня в нашем обзоре уникальные армейские очки Пентагон от компании YLAX, которые называются YLAX SG1. Почему уникальные, спросите вы? Одна короткая и быстрая демонстрация. Ну вот, собственно, они уникальны своей сверхгибкой и сверхпрочной конструкцией. Об этом чуть-чуть попозже. Давайте вкратце пробежимся по комплектации, в которой идут эти очки. Итак, они у нас идут вот в таком замечательном большом кейсе, который позволяет крепить его либо к поясному ремню, либо к вашему рюкзаку с помощью вот такого карабина. В самом кейсе мы можем найти микрофибровую тряпочку, резинку для превращения очков в полумаску, еще одну резиночку, если вы будете носить очки как очки, комплект прозрачных линз, ну и, собственно, антифокс-салфетка. А теперь давайте вкратце расскажем о самих очках. Итак, начнем, наверное, с того, что эти очки официально служат в армии США. Официально одобрены Пентагоном для использования в воинских подразделениях, ведущих боевые действия. Они гарантируют полную защиту от высокоскоростных осколков и фрагментов в соответствии с военным стандартом MIL-PRF-31013, а именно защищают ваши глаза от дроби диаметром 3,8 мм, летящей со скоростью 200 метров в секунду, а также сертифицированы по гражданскому стандарту промышленной безопасности ANSI Z87-1 High Velocity Impact. Очки, как я уже сказал, официально используются солдатами США и, кроме того, Дании. Помимо вот этих замечательных баллистических свойств, они несут также и прозаическую защиту, защищая ваши глаза от UV-излучения. Уплотнители на линзах и эргономичная облегающая оправа препятствуют проникновению песка, пыли, ветра в глаза. Прошу обратить ваше внимание на достаточно интересную, саму интересную конструкцию. В данном случае линзы и оправа живут как бы отдельно, они не представляют монолитную конструкцию. То есть при неких изгибах мы видим, образуются вот такие вот люфты. Но при этом, когда очки на лице, сама конструкция именно вот этой вот линзы, она крайне плотно прижимается к вашей надбровной, точнее к вашей глазнице. Давайте я вам сейчас продемонстрирую, каким образом выглядит вот эта линза. Как мы видим, вот здесь есть специальные прорези, служащие для дополнительной вентиляции. Помимо этого, сами линзы поликарбонатные, покрыты антизапотевающим покрытием foil и антицарапающимся покрытием T-shell. Как вы видели только что, установка и смены линз происходит, ну, можно сказать, за считанные секунды. Два щелчка, и линза уже снова на вашей оправе. Замечательное решение. Во-первых, оно позволяет, ну, крайне быстро менять линзы в условиях боевых действий, то есть там с наступлением темноты. А во-вторых, вот подобная конструкция отдельной жизни линзы от самой оправы позволяет использовать эту оправу для любых лиц, то есть широких, узких. Ну, то есть, по сути дела, это хорошее армейское решение, one size fit all. Что еще интересного в этих очках? Это их возможность крайне быстро превратить в маску. Для этого вам нужно утопить пальцем вот здесь защелку тушки. Точно так же быстро ее извлечь. Раз. Аналогичную операцию мы проводим здесь. Прошу обратить ваше внимание на эти волшебные буковки APL. Это означает то, что очки действительно прошли сертификацию Пентагона. И что немаловажно, эти очки сделаны в США.
поскольку требования самого Пентагона гласят о том, что вся продукция, которая используется воинскими подразделениями США, должна быть изготовлена в США. То есть никаких итальянских, тайваньских версий очков, которые используются в армии США, недопустимы. Вот, собственно, таким образом мы видим, очки превращаются в легкую маску. Кстати, интересный момент. Несмотря на то, что вот эта вот резинка, по сути дела, ничем не отличается от обычных, которые идут в комплекте с обычными солнцезащитными очками, компания YLX заявляет о том, что она изготовлена из специального негорючего материала и, по сути дела, по своим качествам напоминает Nomex. То же самое, кстати, касается и самой оправы. Она выполнена из жара и удара прочного пластика. Вот, собственно, вкратце небольшой обзор этих замечательных очков YLX SG-1-1. Безусловно, стоит упомянуть, что из-за их своеобразного дизайна и милитари наклонности они вряд ли будут востребованы для ежедневного ношения в городе, однако могут оказаться незаменимыми на полигоне, либо же под байкерским шлемом. Чуть попозже вы увидите видео, демонстрирующее, как эти очки сидят на лице. Вот, собственно, пока все. Если у вас остались какие-то вопросы по замечательным очкам YLX SG-1, пишите комментарии к этому видео, будем рады ответить на них. Либо же заходите к нам в магазин gorillas.com.ua, будем рады видеть вас там. Спасибо вам за внимание и всего доброго, до свидания.